Курировать межнациональные отношения отныне должны главы регионов. Соответствующий закон подписал сегодня президент России Владимир Путин. Теперь в полномочиях укрепления межнационального и межконфессионального согласия, предотвращение дискриминации по признакам национальной, языковой и религиозной принадлежности. Также органы госвласти на местах должны контролировать вопрос социальной и культурной адаптации мигрантов. Федеральный закон принят в рамках стратегии государственной национальной политики России и действителен до 2025 года.